Приближается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В числе ключевых изменений – ужесточение требований кандидатам на президентский пост и запрет на иностранное гражданство для представителей власти. Также в обновленной Конституции предлагается закрепить соблюдение социальных гарантий. Они обеспечат минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума, регулярную индексацию пенсий и социальных выплат. 75-я статья обещает создание условий для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан. Ознакомиться с полным текстом поправок можно на сайте Государственной Думы страны. Наши корреспонденты вышли на улицы города, чтобы узнать у горожан, какие поправки в Конституцию они считают наиболее важными. Ну, то, что Россия должна быть единой и целостной. Честно сказать, я не с каждой поправкой согласен, однако важнейшей из них я считаю как раз ежегодная индексация пенсии, социальных выплат и, опять же, гарантия того, что минимальный размер оплаты труда будет не меньше прожиточного минимума. Мне вообще без разницы, на самом деле. Там защита все-таки идет народа, особенно пенсионеров, все, что для нас. Выбирать надо, чтобы все хорошо, красиво было. Избирательные участки будут открыты для голосования с 25 июня по 1 июля. Граждане, у которых не будет возможности прийти на избирательный участок, смогут проголосовать на дому. Для этого необходимо позвонить в избирательную комиссию по месту жительства или передать просьбу через родственников. Голосование будет происходить на лестничной площадке с соблюдением санитарной дистанции. Члены комиссии также предоставят и одноразовые средства индивидуальной защиты. Евгений Романов, Бахтияр Велиев, Республика.